Тихо! Тихо-тихо-тихо, дорога. Ева, слезай. Друзья, всем привет! С вами снова Дмитрий, мой канал «Не американец». Сегодня мы находимся в Вашингтон, Д.С., в столице Америки. И гуляем по маленькому такому городскому квартальчику. Хочу вам показать, как они выглядят. Это безумно красиво. Погода просто шикарнейшая. И мы тут вот гуляем. Посмотрите, какие старые домики. И какие аккуратненькие лужайки около каждого домика. Все убрано, травка, цветочки. Флаги висят совершенно разнообразные, честно скажу. Вот, например, американский. Так, смотрите, цветочки тут растут. Очень красивые. Ага. Также присутствует много украинских флагов. Смотрите, на противоположной стороне. Да, я вижу. На противоположной стороне дороги. Вот, очень красиво, очень нравится. Очень здорово. Старые-старые дома, то есть этим домам много лет. Ну вот все настолько аккуратно сделано, что просто вообще вид невероятный. Вот, кстати, смотрите, вот воткнуты такие вот, у кого-то побольше, у кого-то поменьше, флажочки украинские. Травка зеленеет, конечно. Цветочки пахнут чудесно. Маленькие вот терраски, на них качели стоят у кого-то. У кого-то вон просто кресла стоят такие, что можно было выйти посидеть, насладиться. Но сейчас здесь, конечно, идеальная погода, просто, я думаю, плюс 20 где-то. Мы идем в джинсах, нам даже жарковато. Есть шорты, надо выпереть. Вот, смотрите, тоже у кого-то еще украинские флажки воткнуты. Ага, флаг, да. В общем, друзья, вот такой вот нейборхудик. Так он классно выглядит. Так все тут чистенько, аккуратненько и уютненько. Пойдем дальше. Друзья, мы приехали в центр, а тут вот у нас вон там видно Линкольн, вот видите шпиль. Мы сейчас идем по набережной в сторону Мартина Лютера Кинга мемориала. А вообще, вот смотрите, хочу показать вам такую классную штуку. Вот дорога, машины едут, потом дорожка, по которой можно гулять. И тут до самой воды просто трава, можно спуститься к самой траве, ой, к самой воде. Вон люди сидят, вон отдыхают тут. Очень-очень классно. Очень сделано так пространство классно. Видите, деревья тут растут, тенек есть, можно под ними совершенно спокойно посидеть. И это просто несказанно здорово. Очень здорово устроено, то есть вот такое пространство для отдыха. Вообще, Вашингтон нам очень нравится. Здесь очень много мемориалов разных, здесь много музеев, все бесплатно. Вот, и в этом плане, ну, оно конкретно сильно классно, и тут есть что поделать, очень интересно, все очень удобно устроено, в общем, как бы, честно сказать, советую. Сейчас вот еще погода классная, отличная, просто шикарно. Тут самолеты летают, сейчас вот видели, два военных вертолета поднялись откуда-то, видимо, там вот с Капитолийского холма, тут он рядом. Тут просто аэропорт тоже не так далеко, но самолеты взлетают. В общем, здесь активность много, и людей много пешком ходит. Ага! Полетел самолет Дельта. И вот мы пешочком идем в сторону чего-то интересного. Смотрите, как красиво дерево цветет вообще.
И рядом тоже деревья, в общем, вообще красотища полная. Идем мы тут к Стелле. Вот она впереди. Тут, конечно, огромный парк, вокруг которого много-много всяких монументов. Такая территория очень классная. Здесь очень много обычно людей. Сегодня у нас пятница, еще рабочий день. Но и все равно, смотрите, вот людей хватает, очень много туристов. Стелла красивая, конечно. А если в эту сторону смотреть, вот тут парк, монумент, посвященный Второй мировой войне, если не ошибаюсь, и там дальше Линкольн монумент. О, там, да, к этому принцесса. Замуж выходит, я думаю. Все, выпустили гусят побегать, травку пощипать. Сейчас смотрите, какая огромная площадь. Класс. А там вот разные музеи. Ну, конкретно я не помню, что вот это там. Ну, вот музеи выглядят так. Огромные тоже здания. Тут очень много больших очень зданий. Сейчас! Я что-то хочу сделать. О, Ева делает мостик. А ты можешь прополз под мостиком? Давай, Ева, стой так, а я сфотографирую тебя на фоне. Дети убежали. Что классно, что можно вот так вот полежать на травке, никто тебе ничего не скажет, люди лежат, отдыхают, вон, с собачками гуляют, тут вот в тарелочки играют. Мы даже видели в прошлый раз, тут волейбольные сетки ставили, да? Помнишь? Да, было такое. А главное, что сейчас вот прям погода классная, еще чуть-чуть, и все, тут будет жара будет жесткая. Что-то бегут, верещат. Так вот. Тут как бы получается каждый штат сделан как Стелла. И типа кто участвовал во Второй мировой волне, ну как бы это им посвящается. Красивый большой монумент. Здесь работает вообще фонтан, но вот сегодня он конкретно не работает. Голуби мира, я так понимаю. Да, видите, вот Вторая мировая война написана. Флорида, Арканзас, Мэйн. Такой. Классно. Только что-то тут не работает. Что-то реставрирует. И вот тут с одной стороны Линкольн Мемориал, он там, а с другой стороны вот этот Стелла, Вашингтон Монумент, да. Ну нет, его, видишь, там никто не ходит. Вот, ну ладно, все, идем дальше, мы идем к Линкольн Мемориалу. А здесь звездочками, типа, ну, как погибшие на войне, уж не знаю, все не все. Ну вот они так как бы обозначены на память им. Ну-ка посмотрим. 4048 золотых звезд. Каждая из них представляет американского человека, кто умер. Ага, ну вообще да, 405 тысяч погибло. Вот так. Это вторая наибольшая ихняя потеря в Америке считается после ихней гражданской войны, в которой погибло 120 тысяч. Вот, то есть, так, ну, понятно, сравнение, конечно, с русскими потерями это ни о чем. Вот, но факт такой, что второй крупнейшая потери в ихних войнах, так что немало тоже. А тут вот, если я правильно помню, наливают воду, но я никогда с водой не видел, но я просто не помню на самом деле. Вот, но наливают воду, и оно получается такое большое-большое огромное озеро. И смотрите, что вот классно сделано, такая аллея с деревьями, то есть идешь в теньке практически, ну, там,
какую-то часть пути, это очень здорово. А слева вот что-то тоже равняют, вон делают. Наверное, засеивать будут. Поле делать. Управляют. Классно. Очень много туристов. Очень здорово. Все, дети побежали водичку трогать. А вид вот такой, друзья, тут. Шикарный. Шикарный вид. Красота. Красота, да и только. Сидим вот с женой и смеемся, что дети из всей поездки в Вашингтон запомнят, знаете что? А вот помнят, как они в луже игрались, бегают довольные, подбегают к нам. Мама, папа, смотри. И опять в лужу бегут. Вот, короче, останутся у них воспоминания. А всякие монументы, кому они в бане нужны. Решили мы даже не доходить до этого монумента. Ну, мы-то в нем были, в принципе. Фотографировались, видео даже делали. Кстати, если вы не смотрели наше приключение в Вашингтоне, то посмотрите, мы много где были тут. Тут очень интересно. У меня там сохраненных видео есть. Вот. Ну, в общем, так. Сидим, наслаждаемся погодой. Ну и концовка получилась совершенно естественная. Мы сели в эту речку, все вымокли, в общем, вот упал, сняли. Он упал. Сняли все, и сейчас вот с Витарием в мамином, благо он есть, поедем в машину. Друзья, его начали наполнять, но почему-то вот только вот из одного местечка вот оно наполняется. Сколько же оно будет так наполняться? Год? Ну вот, потихонечку, вот так и наполнится все оно. Интересно, конечно. Да, в других местах нигде больше наполнения нету. Так интересно. Так. Сняли мы ботинки, вот по травке идем. Смотрите. Мама говорит мне, что нужно одевать ботинки. Да? Кто это делает? Я не знаю. Вон люди отдыхают в тенечке. Красотища. Просто благодать. Мы все ближе и ближе к монументу Линкольна. Он там большой-большой сидит внутри. Его не видно, но поверьте, он там есть. И здесь толпы народа. Ха-ха. Класс. Наша команда идет. Друзья, чудесно. В общем, Вашингтон нам очень нравится, мы всем очень советуем. Чудесный город, здесь много чего есть интересно поделать. Мы не обошли, наверное, 20-й, наверное, части, чего хотелось бы. Вот, но в общем, здорово, всех приглашаем сюда, у кого есть возможность. Самолет тут взлетает с аэропорта рядышком. Тут вот смотрите, строят кусочек какой-то, закрыли, обтянули целлофаном, чтобы пыль не разлеталась, закрыли забором, чтобы не видно было тут, не смущало народ, и что-то там копают. Так, интересно, аккуратненький такой участочек. Идем обратно к машине, я решил подойти к воде, то есть вы посмотрите, вода, кстати, интересно. То, наверное, она тут регулируется, у меня есть подозрение. Потому что, ну, видите, какой маленький запас. Сколько тут одна может подняться. Дальше же затапливать, по идее, начнут. Я так понимаю, здесь гуси пасутся, что много какашек их. Самолет.
летает лодочка. Красотища просто. Тут вот немножко намывает, вот, наверное, вот когда вода забирается сюда. Вот, а вообще, конечно, шикарно. Просто шикарно. Такой вот у нас получился отдых тут. Остаться дольше мы не можем в Вашингтоне, потому что у жены работа, нужно возвращаться. А жаль, было бы красно провести еще чуть-чуть тут времени. Ну ничего, хорошего понемножку.